Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем смотреть демки с фестиваля «Играм быть» в Стиме. И сегодня у нас на канале демочка игры «Миллениа». Игры, которую я точно жду, давно за ней слежу. Очередная стратегия от парадоксов. На этот раз, ну, по крайней мере, визуально похожая на цивилизацию, хотя те, кто уже, так сказать, пощупал ее, говорят, что сходство только чисто внешнее. В демке, к сожалению, нет русского языка, вообще нет выбора языков. Хотя настроек, в общем-то, подвезли достаточно много для демки, но вот языка нет. В Steam все-таки указано, что поддержка русского есть, да и пароходы в этом плане всегда были достаточно дружелюбны. Вот. Так что будем как-то пытаться на своем стратегическом опыте понять, что от нас игра хочет. Посмотрим. Так, что у нас кастом. Кастом можно выбрать. О, количество игроков, тип карты можно выбрать, размер карты. И что еще у нас? А, ну и, собственно, who is who, да? Ну, это имя. И можно выбрать, за кого играть. Вариантов масса. Давайте тогда, раз уж у нас есть такая штука, давайте выберем мое любимое, выберем острова, выберем огромную карту, сид, ну пусть будет сид. Ага, сид ты мне выбрать не даешь, не дает. Ладно, ну и разумеется, будем играть за Россию, матушку. Штаты, ацтеки, Персия, Испания, Япония. А вот здесь давай-ка мы там тут. А, да, вот нет, есть рандом. Нехай нам тут рандома накидает. Максимум 6 игроков на островах, да? Или нет, можно больше? А, можно больше. До 8. Значит, максимальное количество игроков 8. Ну, оставим 6. Не люблю я эти столпотворения. Но еще непонятно, насколько large карта действительно large. Ну, поглядим. Так, и сразу нам, значит, вылетает окошечко, да, welcome to Millennia, бла-бла-бла. Ой, как тут много всего. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, попробуем разобраться. Так, а как тебя закрыть? Здесь места. Россия началась с Рязани. Так, что у нас тут интересного? Варбанда наша, которая куда-то может походить. Ресурсики видим. Леса всякие, поля. Еда, да? Здесь у нас тоже рис. Тоже еда. Тут у нас оливки. Тоже еда. И виноградик. Логично. Тоже еда. Но еще тут что-то прирост. Поселение, население, и я забыл, что у нас такое. Well, что-то тоже интересное. Так, что еще тут? Изучение какие-то, культура, правительство. Ну, правительство начало у нас племя, регионы, две армии. А, у меня две. А, вот еще армия стоит. Ага. Так, а что может делать армия? Пропустить. Стать защиту или распустить. Ну, логично. Ну и ходы. Так, карта. По цивовскому по обыкновению у нас на начало игры карта не открыта, даже размер знать нельзя. Хорошо, где-то мы это уже видели. Так, и как ходить? Ну, движение карты понятно. Что у нас тут? Build helper. Helper мне пока не нужен. Так, а вот, наверное, нет, наверное, лучше вот, да, Рязань, ага. Так, количество рабочих. Территория, которые дают нам что-то там. И строительство. Можно поставить скаут, построить скаутов. Еще одну банду. Палисад. Городской центр. Дольмен, который что нам будет давать? Инфлюенцию он нам будет давать. Это уже стоит. Здесь закрыто. Ферма нужна. Здесь нужен скаут. А здесь совет старейшин, что-то типа такого. Ну, давайте зарядим скаута. Under construction, хорошо. Рабочие у нас 0. Видимо, заняты.
А, да, вот один за наград. Лады. Пока все хорошо, все красиво. Так, здесь у нас... Пока ничего. Непонятно зачем. Так, ну давай пойдем. Ага. Все, один ход сделал и на этом стух. Ну, ты тогда у нас давай... клавиши есть быстрые? Нет? Ну, ладно. Вставай в защиту. Выбрать технологию. Так, что у нас с технологиями? Технологии у нас разбиты по эпохам. И их не сказать, что жутко много, да? Ага. Так, фермерство открыть. Старейшин открыть. Защита. Скаутинг. А, не построить скаута, а именно изучить технологию соответствующую. Либо рабочую, да? Ну, давайте сначала фермы. Будем, так сказать, сначала ростом обеспечивать себя. Вроде как пошло, да? 6 ходов. Лады. Конец хода. Что-то у нас тут про армии нам рассказывают, их движение. Ну, я думаю, разберемся со временем. А ежели не разберемся, то тоже переживем. Куда-то мы идем. Куда-то мы идем. А это у нас кто? Опять же еда. Флекс какой-то. А что вот это за точечки? У нас такие. А! Вот у нас здесь, типа, наверное, рабочий занят. Да, вот он здесь занят. Это клетка города. Ну, видим, какое-то изображение для клеток. Ладно. Ну, что, картинка пока такая. Блин, тут что, что ты мне теперь будешь вылезать постоянно? Гудс, это гудс, я понял. Не скажешь, прям совсем замечательная, но для стратегии, в общем-то, неплохая. Неплохая картинка. Так, а в следующем ходе у нас появится новый товарищ. Вон, марки. Так, отстань. Отстань. Будем разбираться с игрой по старинке. Безо всяких этих ваших туториалов. Когда-то ж мы могли так, а? Так, а что это у нас тут? А это у нас тут кто-то тусит. А, нет, я не это хотел. Там глазик был, но я его куда-то пролюбил. Ну ладно. Ага. Так, вот я что сделаю. Отстань. Все равно моя не понимает, что у тебя там написано. Так, то есть сражение произошло. Они напали и меня немножечко побили, да? Ну, я тогда в защиту встану. И... Ага. Пошла боевка. Сама пошла, кстати. Я так понимаю, я в защите справа, да? Что-то пока они как-то круче. Меня. Да, они меня атаковали. Ну ладно. Или это было то, это то, что было до. Ага. Вот единственное, я не понял, это все-таки защита или... Не понял я. Игнорировать армию. То есть она в защите, меня не, я не буду на нее этот переходить, что ли? Ну ладно. О. Use Culture Power. Так, у нас есть какая-то культурная power. Может создать город, может сделать реформу какую-то, либо... Ага. Я так понимаю, призвать армию? И чё? И куда? И кого? Не очень понял. Ну ладно. Я же тебя отключил. Так. Да, это мы можем опять же посмотреть, как они на нас весело набегали. Мы от них весело отбивались. В общем-то, походу... Однохренственно. Хотя у меня полосочка вроде больше. Ну, давай попробуем добить. Теперь я в атаке. О! Мы молодцы. Итак, я захватил... Что? Я ничего не захватил.
Я только убил отряд. А вот здесь у нас как раз что-то есть. Барбарианский лагерь. Ну, короче, варвары, да. Все, пока, честно говоря, очень похоже на цивилизацию. Прям даже не знаю, а с чего бы были какие-то иные ассоциации. Так. Так. Странно, я вроде нажал, и что дальше? Хотя вот сейчас я, знаете, был бы не против основать еще один город. Непонятно, что она от меня хочет. Так, да, можно что-то еще заняться чем-то, да? Надо, нужно даже. Ну давайте Tower Center, что, очки правительства получим. Ой, так, ты меня не это, да, не оставишь в покое, ладно. Угу. Вот у нас куча рыбки. Интересно, насколько город у нас размахается в итоге. Так, а ты что стоишь? О, это я зря. Очень зря. А можно? Не можно, да? Нет, можно. То есть надо еще вот так вот защиту будет ломать, да? Так. Опять он мне предлагает. Так, короче, создайте первый уровень для города на своей территории. Ага. Вот, теперь я вижу. Но только почему-то он как-то... Регион. Ну давай тут. Ну это, мягко говоря, странно. Енисейск. Ничего не понял. Так, ну тем временем мы изучили у нас фермерство, это прекрасно. Следующим пунктом мы изучим... просто призвать у нас будет, да, ну то есть появится просто скаут и вышечка, вышечка, вообще вышечка выглядит интересно, давайте скаутинг изучать. Так, и в Рязани у нас что? Ну да, место-то мы потеряли, а то теперь можно построить food stockpile, чтобы это ни было, которое даст нам 3 еды. Нет, это будет замена. То есть строительство одновременно... Даже очереди строительства нет. Очень интересно. Оп, нам гости. Слушай, ты забодал. Причем выкидывает, блин, одно и то же. Отвали. Я понимаю, что я много чего-то пропускаю, что-то недопонимаю, но... Как бы и чего. Чего с этим поделать? Ничего с этим не поделать. Город, конечно, я поставил шикарно. Ой, господи. Так, ушел, да? Ушел, это хорошо. Так, будем потихоньку открывать карту. Игнорирует так. А это пока не восстановится. Ладно, стоим, восстанавливаемся старыми. Я так надеюсь, она будет восстанавливаться. Хотя, может, и не будет, да? Может, она... Нет, восстанавливается потихоньку. Ну, очень медленно. Я думаю, дома она будет восстанавливаться быстрее. Так, продолжаем копить тогда на очки культуры. И попробуем поставить на этот раз город как-то более грамотно. Но я что-то не понял, как он расставляется. Так, 14-15. Они круче. Ой. Я так понимаю, сейчас они на меня нападут. Что-то до хрена этих варваров. Так, это про значок, что я их увидел. Ребята, я вас увидел. Понято, принято.
Сейчас моего скаута запинают, походу. Если я от них не убегу. Так, а мы получили еще одного скаута, завершив изучение скаутинга. Да, еще нам это что-то тут перемещение дало, да? Воркер сверх... Не, ну тут дефенс надо. Тут столько этих врагов, что прям без дефенса ну, никуда. Так, здесь у нас, значит, сплошное... Сплошная фигня. Ну, давай-ка ты у нас тогда в эту сторону пойдешь. Толпами. Толпами ходят варвары. Вот. Пусть и здесь. Сейчас посмотрим, сколько ты тут восстановишься. За раз. Так, а что у нас тут? Изучить что-то это ландмарк какой-то. Ну, ладно. Стоим. Так, кстати, у нас очки. Нет, еще один ход. Ну, ладно. Врезание грибы с глазами. Мы построили городской центр. Ну, давай построим башенку. Да. Рост у нас, конечно, не очень быстрый. Население. А, все, да? То есть вы у нас вот как-то никак, я смотрю. А, вот подлечились. Хорошо. Вы подлечились. Скаутами, блин, даже я не знаю, атаковать-то некого. Они слишком хлипкие. Так, давай-ка, знаешь что? Можем вместе? Можем вместе. А вот у нас теперь 31. Нападай. А я могу как-то их... взять вместе. Видимо, нет. Нападать он, конечно, если не дурак, не будет. Так, Крейтаун. Навалит регион Кеннет Суппорт и Навертаун. Понятно. В этом регионе еще один город я поставить не могу. А я могу этот Енисейск... А, кстати, надо выбрать специализацию или... блин. Сет Рэлли Пойнт. Не очень понял, о чем речь, но я так понимаю, собрать народ. Ну, хрен знает, посмотрим. А, подожди, я новую клетку? Нет, клетка это уже была. Непонятно. Да, без Русика, конечно, тяжко. Отвык я от этого дела. Значит так, создать новую территорию армии... Ой, в смысле, новый город я не могу. Что я еще могу? Локальные реформы и... Что-то с армией? Town Outpost Capital. Ну, допустим. А, понятно. Просто призвать войска. Ну, ок, хотя, на мой взгляд, это немножечко неправильно. Ну, поглядим, им видней. Так, напали. Ты глянь, смелые какие. Эпохи, эпохи, это все прекрасно. Ну-ка, поглядим, как это выглядело. А скаут тупо стоял, да? А, нет. Тоже подбежал и ударил. Не, ну нормально. Хотя, конечно, вот честно, в цивилизации это смотрелось гораздо лучше, когда оно просто происходило на карте. То есть вот смысл вот этих вот побегушек я что-то как-то не улавливаю. А этот просто пришел и убился, да? Походу, да. С такой-то тем более графикой и анимацией
это, конечно, демка, и когда там релиз будет, еще не очень ясно, то есть насколько это ранняя демка. Но пока вот, вот эта часть выглядит, прям скажем, убого. Просто убого. Убейте. А, все-таки все пошли. Угу. Отлично. Вот бы теперь вас еще как-то разделить. А вот вас я, наоборот, разделять не хочу. Продолжим движение. Где-то здесь, я так подозреваю, тоже должен быть лагерь. Ага, по нулям. Лады. Так, а тут еще кто-то к нам топает, да? Окей. Экспансия, фигансия, девелопмент. Да, а, мы же получили очко. И можем сделать поселенца. А давай заспавним поселенца. И этот поселенец у нас отправится. Куда? Я бы его отправил, честно говоря, куда-нибудь... Вот сюда. Здесь нам, наверное, будет достаточно далеко. Так, а здесь что происходит, я так и не врубаюсь. Ну, сейчас попробуем классическим, так сказать, образом создать городок и посмотрим, что это изменится. Так, давайте мы возьмем скаута. Ой, нет, да, не надо туда ходить. Давай вот так тоже. Тогда продолжим путешествие вместе, так сказать. Угу. Угу. Немножечко отъели кусочек. А здесь товарищ немножечко побился головой в нашу оборону. Так, а у нас здесь кто? Арчеры? Да, вот всплывающие менюшки очень, да, подвисают, бесят. Да, откуда ты взялся? Я вроде не строил. А. Ну ладно. Давайте вместе походим. Немножко. Warface Domain Powers. Unlock Ideals from National Spirit. Давай посмотрим. А, 25 надо. Ладно, ждем. Ждем, пока накопятся какие-то очки Warface. А, вот и лагерь, который я искал. Ну, а ты... Да, это мы поняли уже. В принципе, один раз посмотрел, дальше смотреть неинтересно. Да, я хотел, собственно, просто вот добить. Додавить. Да. А есть ли все-таки разница, где отдыхать? Так, сеттлер наш наползает. Понятно. Ждем. Технология Defense. А, мы за то, что мы изучили Defense, получили Archer. Понятно. Что еще тут? У нас additional defense с новичка. Тихо. Плюс 5 очков. Понятно. Тоже хорошо. И да, спавнит, собственно, арчера. Ну, тогда давайте Tribal Elders. Даже без старейшин. А здесь что у нас? Волюнтаризм изучает. Спавнит варбанду. И 3 хода тратится. Да, кулдаун точнее. То есть можно призвать отряд, бам, и через 3 хода можно будет еще призвать, если, конечно, хватит очков. Окей. Напали такие. Ой. Кого-то убили. Ветеранство. Хорошо. Так, у нас есть ветераны. Лучники, кстати, ни хрена дистанционно не стреляют. Видимо, это все у нас остается... В рамках... Давай сразу к концу. Понятно. Значит, один скаут остался. Лады, отступаем.
Он у нас теперь ветеран. Promote to leader. Короче, сделать его генералом в армии. Ну, опять же, в целом мы это уже видели. В том или ином виде, в той же цивилизации. Какие-то суровые ребята, они так неплохо долбят-то. Даже покруче, чем мои. Бах, и убили одного сразу. Жди. Так, а сеттлер основывает новый город. Смоленск. Чудесно. То есть... Вот этот Енисейск, это у нас все-таки что-то вроде... Что-то вроде пригорода, скорее. И именно на территории он должен был появиться. Но непонятно, что он нам дает. Надо посидеть с переводчиком все-таки. Бля, ну я переводчик яснее не стало. Ладно. Ладно. Оставим как есть. 500-й год. Да, я понял про лидеров. Все, отстань. Этот тоже что ли убился или ушел? Походу он просто ушел. Да. Ладно. Этот убился. Это я видел. Лады. Давайте-ка сюда. Сюда, а потом все вместе сюда. Но сначала немножко восстановимся. Вот как ты. В Енисейске посиди. И немножко восстановись. Что-то у нас давно в Рязани ничего не слышно про строительство. Третий рабочий пока не появился. Да, еще целый ход строится будет башенка. А в Смоленске что? А в Смоленске надо набрать какое-то количество народу, да? Интеграцию какую-то провести, чтобы, значит, набрать народ, да? Но можно через гувернмент. А здесь, кстати, о! Так, увеличит плюс один еду в наших хоумленде. Призывать армию. Варбандов в столице. Ну, давай, не, еду давай увеличим. В принципе, у меня еще 6 очков есть, но я, наверное, их покоплю. Да, очки говермента у нас набираются. И, как говорится, надо выбирать. Выбирать осторожно, расход увеличить. Ага! За каждый расход следующее использование больше очков требует. Понято, принято. Ну, очки, соответственно, Warfare набираются, наверное, во время боя. И вот это вот все. Говермент там при каких-то построечных работах, ну и так далее и тому подобное. А, ходят. Ну, пойдем. Наваляем. Так, и как? Ага, вот так вот постреляли. Ударили. Постреляли. Ой, красота какая, да. Это так вот выглядит, конечно, интересней. Что ж, ну тогда пойдем. Тогда пойдем. Так, вы немножко восстановились, видимо, совсем немножко. Ну попробуем взять город штурмом. Немножко поломать стены. А сколько, кстати? А, вот у нас здесь полосочка жизни. И можно посмотреть health 100, да? Ну это долго ломать будем. А они в это время будут нас убивать. И это обычный варварский лагерь. Что будет с вражеским городом, я даже смотреть боюсь. Да. Я его так не разломаю. Тут надо много народу. Давай еще варбанду туда отправим.
Так, очки, очки, Warfare, да, за, Warfare, да, за каждый бой получаем очки, независимо от результата. Это хорошо. Будем получать, даже проигрывая. Так, вы идете? А, next, а что next? С другой стороны, ты восстановился, да, давай-ка ты догоняй вот этих, будешь там их генеральствовать. Сейчас попробуем сделать из нее генерал. Ой. Ой-ой-ой. Ладно. Много. Три максимум. Максимум три, да? Ну, как бы мне вас вот так вот, да. Оп. А скаут у нас идет куда-нибудь сюда тогда. Вот. Отряд из трех банды. Ну, а ты. А ты, значит, что? А что, кстати, можно? Продолжить движение, понятно. Давай-ка стой. Сейчас вот к тебе чувак приедет. Ты сколько их тут, а? Вот их, блин, сколько, а? Варбанда, арчер, скаут. Вот так, построили этот, разблокировано. А, нет, это просто построено. Дольмен можно построить, который инфлюенцию нам даст. Или еще food storage, который даст нам еду. Давай еду. Хотя, конечно, палисад, наверное, тоже стоит построить. Так, а здесь, значит, надо view capital. Ну, не capital, конечно. Еще 12 ходов будет основываться город. Очень это не быстро. Напал таки. И ушел. Он нас покинул. Кто-то тут нашел. Ага. Лагерь. Это не лагерь варваров. Это именно лагерь племени какого-то. Ну, здесь смотреть особо не на что, да. Они просто взяли, пришли и скончались. Все. Так, а ты-ка давай-ка тогда-ка вот так. А потом... Ну, потом мы подумаем, что с тобой делать. И у нас выбор последний. Технологии. Это рабочие. А потом, видимо, мы перейдем в следующую эпоху. Или мы уже переходим в следующую эпоху. Или мы... Да. Age of Bronze. Хорошо. Мы перешли в бронзовую эру. Мы молодцы. А вы умрете. В смысле? Нападай! Оп! Оп! А скауты должны были добежать и добить, блин. Ну, в целом неплохо. Хотя, конечно, могли бы пострадать меньше. Ну ладно. Так, вы что-то прям совсем тухленько у нас отрастаете. Поэтому ладно, пошли бить. Так. Вдруг лучше будет с трех отрядов. Кстати, по-другому это укрепления не восстановились. А вы не охренели так делать, а? Наконец-то. Нате вам. Лагерь мы, по крайней мере, проломили. Да, ёперный ты бабай-то! Сколько ж вас тут? Как же вы мне надоели? Кстати, exploration, да. Кстати, что дает-то нам эта башенка-то, я не понял. Ой. Build helper, это хорошо. Подожди, где у нас Рязань? Башня, башня, башня. А, как раз очки исследований, да? И атака столицы. Ладно. Плюс, плюс один видимости границы. И апгрейд можно сделать. Короче, видимость... Ну, я бы не сказал, что тут сильно виднее что-то стало, но возможно. Так, что у нас тут? 20-36, все равно нет.
Здесь я по-прежнему могу только сюда слить. Exploration. Заспавнить скаута, понятно. Здесь заспавнить это тоже. Тоже понятно. Так, давай-ка тогда добиваем. Серьезно? Восстановили? И так будет каждый раз? То есть оно все-таки восстанавливается просто медленно. Давайте мы их убьем уже. По-моему, пока только они нас убивают. Потому что в следующем ходу они опять восстановятся. Пердец. И вот это тоже пердец. Как-то скауты выглядят пока совершенно бесполезными. Они просто ни хрена не могут. Ну, они опять восстановили. Мы их еще не убиваем с каждым ударом. Наконец-то. И... я разрушил... А, получил какой-то... Distinguished артефакт какой-то. Барбариане, так, варвары... что-то там покинули. И что-то там оставили. Получить 50 богатства или 5 культуры. 5 очков культуры. А богатство я, кстати, пока... Вот оно у нас здесь справа. 26, ну 50 это много. Только я не знаю, зачем оно. Ну давайте возьмем деньгами. И, в общем-то, на этом все, да? Вот так вот здесь сейчас выглядит зачистка территории от бандюков. Ну и это, блин, это опухнуть можно вообще. Ну это вообще опухнуть можно. Кстати говоря, да. Давайте нажмем на кнопочку. Ветераны. Опыт они получили. То есть надо было нажимать. Это не стать лидером банды. Это стать именно... прокачаться, получить, стать, ну, стать мощнее, в общем. Тут пока что-то ничего. И пока иди восстанавливайся. Так, и что мы можем сделать? Опять же, призвать армию. Тут уже... а, армию уже. И варбанду, и арчеров. Можем совершить какую-то эврику. Резкий рост знаний. И получим технологию. Что за локальные реформы? Региональная эффективность, да? На 5 ходов ускорить. Ну, давайте мы лучше еще крейтнем тауэр. И сделаем мы это где-нибудь. Где-нибудь. Под Смоленском. Самара, городок. Вот так вот. Да, сделаем еще один маленький. Угу. Сити милицию увеличивать на 2. А в остальном, так же, как и здесь, он совершенно бесполезен. Ну ладно. Кстати, а как у нас здесь поживают все-таки рабочие? 1-1-1. Что-то я не понял. А, еще 3 хода. Ой. Ой, как долго будут еще рабочие делаться. Не стал атаковать, да? Зассал. Так, а ты тут все-таки можешь уже? Не можешь. Че, нет? А, очков здоровья не хватает. Понятно. И восстанавливаться. А мы опять идем в атаку. Ага. То есть у нас теперь по одному. Но что-то прям какие-то прям здоровенные такие дядьки стоят. То есть у нас вместо варбанды лидеры. А, лидер это в смысле, вот, это название. Юнита, грубо говоря. То есть у нас 2 лидера и лучники. Лучники не хотят качнуться? Нет? Так, выбираем технологии. Теперь у нас технологии бронзовой эры. А, теперь нам надо перейти в бронзовую эру. Она стала доступна, а теперь мы можем в нее перейти. Ладно.
И здесь еще один идет. А здесь еще один, это как раз, кстати, тоже лидер. А здесь и здесь лидер. И варбанда. Ну, это какой-то трэш тут вообще вот в этом плане. Пока. На данный момент. Душевно. Жахнули, так жахнули. Мы набрали еще немножко, но очень мало, надо больше. Так, что? Милиция, Дима. Лимит 60 ходов, у меня 34 ход. Понятно. Выберите, что строить. Чего? Где? Improved cost. Где эти improved cost? Я не вижу. Но тем не менее я могу создать одно очко. Ламп, док, фарм. А, вот, я могу ферму сделать. Значит, здесь у нас два. 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 Тоже два, но плюс еще прирост. Давай-ка мы. А, они автоматом делаются. Я не понял. Я не понял. А, нет, все-таки не автоматом. Понял. И что у нас здесь теперь? Ферма дает 4 еды. Да, я один ход вместо трех стал. Ладно. Так, кто-то на нас наехал, у меня один чувак умер. Теперь у меня две банды. Арчеры превратились тоже в лидера. А и смысл в этом какой? Высший. Арчеры были крутые. Арчеры были крутые, а это не очень. А ты что сделал? А это вот как раз милиция, она. Ну, ты тут... Тебе не светит, даже с этим крутым уроном 28. Я думаю. Я надеюсь. Нет, это больно смотреть. Давайте сразу к концу. Он все еще живой. Хрена себе. Сказал я себе. Это прям опухший какой-то товарищ. Так, построили фуд. А, мы еще фуд построили. Вот оно в чем фишка. Знание, значит. А здесь она, значит, инфлюенция. Но мне, по-моему, нужен палисадник. Палисадник, палисад. Защищаться надо от этой всей фигни. Так, а здесь у меня, значит, один скаут остался, да? А мы вот это сейчас сюда пригласим. Unrest. Ой-ой. А, ну типа захвачены, меня грабят. Это понятно. Это понятно, господи, удивили-то. Ну и чё? Не, ну тут тоже все понятно, да. Он такой крутой, он мне опять всех поубивал. Перлец. А вот там река. Нет, реки нет. Ну чё за три-то? Я не понял, что это за урон такой? Это что за танк, блин? Это что было? Кто это вообще есть? Варлорд, блин, какой-то. А он меня просто разорвал. Блин.
Не, ну мне не придется призывать армию. У меня войск больше не осталось. Хотя толку с этой армии тоже как бы не особо, да? Полисадник. Полисадник надо было раньше делать. Да все. Что ты хочешь? Не буду я его атаковать. Стоять, блин. Все, пришел, умер наконец. Сам. Какой-то лютый урон у него. Так, кто это был у нас? Варбанд, скаут. А что за чувак был? Одинокий. Опять непонятно. Да, много, много непонятного в этой игре без Русика. Так, а скаут у меня тут остался? Да, скаут у меня тут остался. Давайте попробуем все-таки дойти до этой деревеньки. Я надеюсь, это все здесь, хотя бы с этой стороны. Ну, господи, да все, отстань, пусть спит. Хрена там. Хрена там, мне куда-то дадут дойти. Они все появляются и появляются. Сказал спать. Дороги, кстати, строятся сами, как той же цивилизации. А мы вошли в новую эру, да. И что нам это даст? Кроме, опять же, каких-то очков. Что тут можно? А, ну ничего пока. Хотя нет, вообще 28 даст около. Плюс знания, плюс очки импрувмента. Давай очки импрувмента возьмем. Здесь пока без изменений. Здесь пока без изменений. Домена 2. Опа, вторая эра. Теофарасы, натуралисты, рейды, инжиниринг, дипломатия. Я хрен знает, что это. Давайте возьмем рейдеров. Так. Здесь у нас что-то можно нанимать, создавать, призывать. Допустим. Натурализм здесь ничего. Национальный дух какой-то выбрать, да? Хорошо. Вот в этой части на цивилизацию вообще не похоже. И пока из-за этого, в общем-то, не очень понятно. Ну, подозреваю, что вы лучше меня разберетесь, но я просто, как говорится, вот что... По-живому играю и не очень врубаюсь в это дело. Надо читать, переводить. Мне пока, честно, лень тратить на это время. Если что, вы мне в комментах напишите, какой момент я тупо не выкупил. Так, я дошел. Давайте посмотрим, что нам дает. Потерянный чариот. Не помню, что такое. Lost Steeds. Spooked by Wild Animals. Может быть, повозка как раз. Позади потерянная повозка. Потеряла упряжку, там, коней, да. Которые спугнули дикие животные. Наверное, что-то такое. Получить чариот. Дать им свежих лошадей. Получить 20 очков Warfare. Либо они нам нахрен не нужны. Надо их убить. Получить 30 очков и 5 очков хаоса. Давайте присоединим чариота и эта колесница. О-о-о. Колесница это хорошечно.
Ладно. Что у нас бронзовые эри? Белив, коммуникации, дисциплина, официоз, шахтерское дело и строительство кораблей. Давайте начнем с дисциплины. Мне надо с войсками что-то делать. А то у нас какая-то шняпа с этими войсками. Вшивые варвары круче нас. А мы пока призовем еще немножко дикарей. Вот. Да, у нас там к нам с севера кто-то подбирается. Мы пока тут посидим. Как раз у нас что? Лучник завершен. Мы как раз вернемся к построению палисада. Хочу посмотреть, как будет выглядеть город. Будет ли палисад только вокруг города или все-таки вокруг вот всей территории. Так, next. Давайте добьем. А. Ой. Ой. Ну, посмотрим на колесницу. Душевно бьет. Колесница бьет хорошо. А потом он куда-то делся. А кто у нас в кого может превратиться? Как раз скаут превратился в лидера. Пойдем доламывать город. Не даешь, да, мне походить, ничего с ним сделал, не сделав. Так. Наверное, это очки, которые мне все-таки нужны, да? Да, очков у меня не хватает. А зачем ты мне тогда предлагаешь здесь что-то сделать, если у меня нет очков на все это дело? Зачем? Чего вы дразнитесь, как говорится? Кризисы, кризисы, кризисы нам пока не надо. Да, интегрейт 25 очков. Господи. В общем, мало построить город, да? Теперь мне надо дождаться, пока у меня будет очков говермента 25, и тогда я смогу присоединить этот город. Ух ты, ах ты, блин. По 4 урон. По 4. Чё, серьезно? Что это за лидер такой? Какой от нём толк? Я думал, он сильнее должен быть, чем предыдущая армия. Но нет. Это у нас прям шляпа какая-то. Опять он мне предлагает выбрать дух. Ну нет у меня очков. Что ты от меня хочешь? Отстань. В общем, как-то да, много вопросов к игре. Без Русика на нее даже, в общем-то, особо смотреть смысла я не вижу. Но это тут тоже, да. Это, как говорится, прийти и умереть просто. Угу. Так, Рязани построили палисад. Чудесно. Ситигвард. Городскую стражу можно построить. А тебе что надо? Ага, как раз дисциплину разблокировать, и мы получим ту же колесницу. Да уйди ж ты, господи! А для копейщиков то же самое. Вот копейщиков надо будет делать. Что здесь можно? Митинг-холл сделать, дипломатию очки получать. Можно консульство сделать, знания получать. Дальмен, опять же, за инфлюенцию. Появились очки Варфейса. Варфейра, господи. И рабочий лагерь. Инжиниринг дает. И продукцию производит. Ну, тут, наверное, блин, 12 долго строиться будет. А, Ситигвард у нас что? 7-10, 50. А здесь... 70-50, то есть те же яйца, вид сбоку. Ну и нахрен ты мне не нужен тогда. Ну давайте лагерь пока рабочих строить, что ли. И палисадника у нас на карте, да, только вокруг города поставим. То есть пригород, если что, все равно можно разграбить, ферму можно разграбить, и вот это вот ее
что не есть, очень хорошо. Ладно. Да, не, ну отличия, конечно, видны невооруженным глазом. Это не прямо вот, конечно, калька цивилизации. Но, в принципе, вариация на тему да. Как в свое время было Old World, как было... Что-то еще было. Вообще много их было. Всяких разных игр, более или менее похожих на цивилизацию. И да, это все-таки цивилизация. Только ее какой-то... отдельная разновидность. Тогда на этом мы закончим с демкой. В принципе, ну, я как бы понял, что мне интересно, но без русского языка, в общем-то, ну, пока не очень понятно. Тем более, у нас тут есть параметры, да, еще хаоса порядка, который тоже на что-то, видимо, влияет. И это надо все читать, это много всего текста. Без русского языка я пока не въезжаю. А сидеть и, так сказать, углубляться с переводчиком мне сейчас... Ну, нет, ни времени, ни сил, ни желания. Ждем. Да, ждем обязательно. Скорее всего, будет прохождение. Я надеюсь, что некоторые вещи они все-таки до релиза поменяют. Как минимум, сделают что-то с этим окном сражений. Во-первых, я опять же повторюсь, я не вижу в нем смысла. То есть мы тупо смотрим. Зачем вот это сделано? Ну, Call to Power. Вот, я вспомнил, как называлась игра. Но там, когда открывалось окно сражений... Там мы могли, по-моему, управлять армией. Или тоже только смотрели. Уже не помню. Было это больше, извините, 20 лет назад, когда я в нее играл последний раз. Так что я уже плохо помню. Помню, что там такое окно было. А что оно дает, уже как-то подзабыл. Ну, вот в этом виде, в каком оно есть, оно просто как бы, ну, зачем? Ну, разик я посмотрел, хорошо, дальше уже неинтересно. Ну и выглядит это, конечно, просто пипец как убого. Ну тут с этим надо явно что-то делать. Тем более, что, в общем-то, остальная карта выглядит достаточно, ну, достойно, скажем так, для стратежки. Неплохо. Вот. Так что ждем, да, будем проходить, потому что стратегиями этот год нас особо не балует. А это вроде как ничего. Вот такое получилось видео, вот такая вот игра, такая демочка. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об ней. Повторюсь, если я где-то затупил или был неправ, напишите. Если вы же тоже поиграли и поняли чуть больше, чем я. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочки есть в описании. Если у вас есть аккаунты на ВАЗе Литрову, подписывайтесь на мой канал. Там заглядывайте к нам с Лаградкой на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.